В Алматы проверили условия проживания медицинских работников. Ранее взять на особый контроль соблюдение профилактических мер в местах временного проживания врачей и полицейских поручил Касымжомарт Токаев. Сегодня очередной рейд по общежитиям и гостиницам провела специальная комиссия из числа санэпидемиологов, представителей акимата и партии Нур Отан. Как выяснилось, во время предыдущей ревизии в некоторых учреждениях были обнаружены нарушения санитарных норм и правил. К слову, в этот раз к визиту проверяющих все недочеты были устранены. Посмотрели, в каких условиях производятся санитайзеры, в каких условиях производятся дезинфицирующие средства. Посмотрели графики, с какой периодичностью производится санобработка. Поэтому, в принципе, в целом таких серьезных замечаний нет. По словам членов комиссии, каждое учреждение должно быть оснащено достаточным количеством антисептических средств. При этом руководители общежитий и гостиниц обязаны соблюдать график дезинфекции и ежедневно проверять проживающих на наличие повышенной температуры. Все сведения следует записывать в специальные журналы. Ну а термический контроль рекомендуется проводить при помощи тепловизоров. Хотелось бы добавить, чтобы все вот эти места проживания были обеспечены термометрами, имеется в виду, проводить дистанционную термометрию, а не обычными градусниками.